Hello, Konstantin. I knew that it's your birthday. Congratulations and happy birthday. Wish you 100 or more. How many? More than 100. And the most important, to have a good health and good luck. Hey, Konstantin, tu nous as quittés trop tôt. Bon, je vais quand même te souhaiter un joyeux anniversaire pour demain. Happy birthday. Hello, Konstantin. So, just to wish you a happy birthday, and like it is tomorrow for stage 4, I promise you I will tell Nasser to slow down a little bit that you come close to us. Enjoy. Тихий, салам. Поздравляю тебя с днем рождения. Вот. Футболочку я тебе не передавал заранее, потому что я тебе приготовил 5 футболочек на твой день рождения. Давай. Удачи. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе много интересных, захватывающих гонок, много побед. Ну и, конечно, чтобы в следующем году ты встречал, отмечал день рождения здесь, в Абу-Даби. Костантин, buon compleanno e niente, ci vediamo in Qatar. E ti facciamo molte più foto, dai. So, yes, Costantine, happy birthday to you, and I really hope to meet you soon in Qatar, and we hope to have taken good shots about you and Vasiliev. I hope we will be better in Qatar, inshallah, and see you there. Buon compleanno! Поздравляем его! Желаем ему, ну, во-первых, здоровья, всем это, наверное, важно. Во-вторых, спортивных побед. Ждем от этого экипажа, топового российского экипажа, что будут они привозить победы, награды. So, happy birthday, Костер. We send you best regards from all of the team and a very good year and have a good day. Hi, Konstantin. I wish you all the best for your birthday. It's really a shame and it's a pity that you cannot stay here with Vladimir. I would like to have to drink some vodka with you after my flight yesterday. But I wish you all the best for your birthday and I hope you enjoy it with your family. Have a great day. Happy birthday. I hope you have a good birthday. Party at home, unfortunately not in the desert. And I hope that Vasiliev gets okay for the next race in 10 days. So enjoy your party and don't drink too much. You are a nice guy. So I will continue and I wish you on that date in the middle of the desert that first you are not here, it's a shame because we can drink maybe less than last year. a drink together. But anyway, happy birthday. Happy birthday, my friend Konstantin, and I wish for you have a good life and also have a good rally. Костян, я тебя поздравляю. Ты, конечно, парень хороший, но что ты все время здесь шуршишь пергаментом, отвлекаешь? Я же рулю, меня это бесит, понимаешь? Иди в библиотеку, если так нравится читать, там перекладывай книжки. Что здесь ты этим заниматься-то, ну? Я не читаю, я занят делом, я пишу, иногда рисую даже. Ах, ты еще и пишешь. Ну так иди рисуй свои церетели куда-нибудь в художественную галерею, здесь же спорт большой, ну елы-палы же. Костик, привет. Васильева, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого хорошего. В первую очередь здоровья, любви и побед. Ура! Целуем. Костя, с днем рождения тебя.
Знаю, ты привык вести довольно тихий образ жизни. Но все желаю тебе только громких, запоминающих событий. Ты же супер, супер штурман, супер команда. Поэтому придерживайся намеченного курса. Бери все важные тебе точки. И пусть ни одна система твоего тела не подводит на пути к цели. Настроение ведь это лучший навигатор, а с тобой точно не заскучишься. Даже не буду начинать рассказывать веселые истории, памяти на айфоне не хватит. И, кстати, засиделся тут трижды заслуженных, дважды народных, да Константин Жильцов, Париж Дакар, третье место мы уже слышали. Давай нам новые звания. Победы тебе в гонке! Костя, поздравляю с днем рождения! За твое здоровье, Костян! Заметь, без тебя не пьется нифига! Костян, тебя сегодня с днем рождения, меня завтра. Удачи нам. Костя, поздравляю тебя с днем рождения. Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Ты настоящий мужчина. Желаю тебе крепкого здоровья, спортивных побед и долгих лет жизни. А мы, твоя семья, всегда будем рядом. С днем рождения. Пап, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, удачи. И самое главное, дальнейших побед в автоспорте.